Привет всем криптоманам, с вами Олег Портовый на канале Криптомании с очередным обзором на бесплатную раздачу криптовалюты в Telegram Airdrop IRC Iris. И здесь мы за подписку в социальных сетях получаем до 500 токенов ASI и плюс 200 токенов за каждого приглашенного. Количество участников здесь ограничено, только 20 тысяч первых участников получат токены. Если мы перейдем на их страницу в Твиттере, то мы увидим, что сейчас почти 10 тысяч участников. И прежде чем начать, хочу с вами поделиться информацией, кто принимал участие в аирдропе Unochain. Аирдроп окончен и токены уже поступили на кошельки. Итак, мы переходим по ссылочке, попадаем в Telegram-бот, нажимаем старт, разгадываем капчу, после чего нажимаем на правила. И мы видим те задачи, которые нам нужно будет выполнить. Это подписаться на две телеграм-группы, подписка на страницу в Твиттере и ретвит закрепленного поста, подписка на страницу в Facebook и репост последнего сообщения. И здесь нужно будет зарегистрироваться на их веб-сайте. Вот этот сайт, и сюда будут зачисляться наши токены. Переходим по ссылочкам, выполняем задание. После выполнения заданий нажимаем поочередно на кнопки. Сначала нажимаем на Facebook и вводим свои данные с Facebook. Далее нажимаем на Twitter, также вводим свои данные Twitter. И нажимаем на email, отправляем электронный адрес, с помощью которого мы проходили регистрацию на их сайте. Для получения реферальной ссылки нажимаете на кнопочку «Реферальная ссылочка», копируете, приглашаете и зарабатываете дополнительно токены. И далее нужно будет нажать на эту кнопочку и подписаться на их телеграм-канал и заработать дополнительно 100 токенов. И если вы захотите заработать еще дополнительные токены, то можно выполнить необязательные задачи. Для этого в разделе «Необязательных задач» переходите по ссылочкам, выполняете задание, после чего вам нужно будет перейти по этой ссылочке в форму и здесь оставить свои данные и отправить. На этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры. И помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!